Дорогие краснолиманцы, только что мы подсчитали результаты по референдуму. Мы рады вам сообщить, что участковыми комиссиями было получено 39 669 бюллетеней. Участников референдума, получивших бюллетени, было 29 452. Ну, собственно, и проголосовало такое же количество. Испорченных бюллетеней, недействительных, было 285. Количество граждан, которые проголосовали за принятие вынесенного на референдум вопроса, 28 470. Против 697. В процентном соотношении это получается 96,6%. Явка по Красному Лиману была 73,3%. Также на наших участках голосовали жители других городов, которые не смогли по понятным причинам проголосовать на своих участках. Это жители многих городов: Артемовск, Славянск, Донецк. Проголосовали жители Святогорска, 1872 человека проголосовали на наших участках. Сколько из них за? У Святогорска за 1853, против 18. То есть они передали свои бюллетени не в Славянск, а... Не в Славянск, да, это не наши бюллетени были, а бюллетени, которые выдавали им в Славянске, они просто не смогли их передать к себе в город. И попросили это сделать нас. Из-за блокады Славянска, да? Из-за блокады, да, Славянска. Спасибо.